Друзья, я долго откладывал этот вообще разговор, это обращение. Как вы знаете, я достаточно тяжело болен. Эта болезнь не смертельная, ну, по крайней мере, в большинстве случаев, но тяжелая и прогрессирующая. Этой осенью у меня случился очередной... Как это называется? Рецидив, да, ухудшение состояния. И фактически на полгода я был прикован полностью к постели. То есть я не мог даже сесть, пересесть, сходить помыться. Мы тут вызывали целые бригады, чтобы меня в ванную волоком по полу оттащили. Вот. Но я наконец добился лекарства, которое... По идее, мне должно помочь, и на самом деле я даже чувствую, что мне стало легче. И вот мы с некоторого времени, ну, уже где-то месяца полтора, да? Да, где-то. Полтора примерно месяца назад я начал заниматься с реабилитологом. Я не знаю, может быть, я фоном где-то вставлю с одного из первых занятий видео, которое мы снимали. Вот, там я вообще не мог даже, ну... сесть. А здесь вы, наверное, уже видели, или сейчас видите, за кадром я это пускаю, как я самостоятельно, по крайней мере, могу сесть хотя бы на диван. Раньше я не мог даже этого сделать. В общем, в чем суть? Занятия с реабилитологом, вот за эти полтора месяца мне удалось добиться прогресса положительного. И у меня есть шанс, если уж не ходить, то хотя бы пересаживаться самостоятельно в коляску для того, чтобы хотя бы иногда выбираться из дома. Для того, чтобы можно было добраться до ванной. И так далее. То есть, как-то себя чуть-чуть обслуживать. В конце концов, видео, которое я для вас записываю, я думаю, что вы замечали, что на протяжении некоторого времени, ну, месяца 3-4 точно, я либо вставлял записи из роликов, которые были сняты, ну, намного раньше, этим летом, например, либо я вставлял вообще как бы без себя, то есть просто съемка была того, о чем я рассказываю. Потому что я просто не мог даже сесть на диване. Сейчас я вижу прогресс, и в этом определенно есть смысл. Но вот эти вот занятия, аренда вот этой вот штуки, на которой я сейчас, которая меня подняла, это необходимо для того, чтобы тело вспоминало, как находиться в вертикальном положении, а не лежа. Все это стоит очень приличных денег. Грубо говоря, чтобы моя реабилитация была результативной, извините, мне сложно говорить, но я стараюсь. Короче говоря, это стоит примерно 105 тысяч рублей в месяц. Тех денег, которые я зарабатываю на канале, другими способами и так далее, на это не хватает. Я вас не прошу денег на то, чтобы, не знаю, покупать себе новые вещи какие-то, гулять или еще что-нибудь. На это я, ну, как бы зарабатываю сам. Вот, обеспечить семью пропитанием. Это я справляюсь пока что, по крайней мере. Мне нужны деньги на реабилитацию. На самом деле, может показаться, 105 тысяч в месяц – это большая сумма. Да, для одного человека это большая сумма. Но, учитывая мою аудиторию, вот даже если по самым скромным подсчетом прикинуть, вот 1000 человек скинется по 100 рублей в месяц. У меня есть сервис Boosty, по ссылочке в описании можно перейти. Сделать там подписочку, и у вас автоматически каждый месяц карта будет списываться 100 рублей. 100 рублей с 1000 человек – это 100 тысяч рублей. И это позволит мне заниматься дальше реабилитацией и, может быть, даже восстановиться частично. Причем в данном случае, может быть, я говорю скорее так пессимистично, потому что тот прогресс, который я получил, занимаясь вот с Димой за вот эти полтора месяца, это просто небо и земля с тем, что я раньше лежал и не мог даже просто сбоку на бок перевернуться. Сейчас мы делаем целую кучу различных упражнений, которые дают результат. Я это вот вижу в реальной жизни. Я смог снова появляться, в конце концов, в кадре для вас. Живем мы с супругой, она, как вы знаете, у меня тоже инвалид. Нам никто не помогает, никто. Мы полностью, два инвалида первой группы, обеспечиваем себя
нам хватает денег на жизнь просто. Я периодически продаю что-то из гаджетов, на которые я делал обзор, у меня остались. Еще что-то. Но реабилитацию я не вытяну. Она мне нужна. Поэтому, если вам не безразлично то, что со мной происходит, я прошу перейти на Boosty и сделать свое вложение в то, чтобы я мог не факт, что ходить, хотя такое тоже ведь возможно. Да, нет, потенциал есть. Дима вот говорит, Дима опытный реабилитолог, он говорит, что у меня есть шансы даже ходить. Но хотя бы минимум это мне нужно для того, чтобы просто жить и, вот не знаю, через некоторое время не умереть от пролежней. 100 рублей в месяц я от вас больше не прошу. Это 1,5 литра молока из пятерочки. Но это позволит мне жить более-менее нормальной жизнью и делать тот контент, который я для вас делаю. Кто-то скажет, Миша, там, ты нас обманываешь. Кто-то скажет, Миша, все из-за того, что ты толстый. Мы сейчас это не будем даже объяснять этим людям, потому что им ничего не объяснишь. Эти 100 рублей в месяц помогут мне жить более-менее нормальной жизнью. Я очень благодарен тем людям, которые подпишутся на Boosty и смогут эти деньги жертвовать. Спасибо вам большое. Искренне. И я и впредь обещаю вам, что мой контент будет не просто выходить про какие-то интересные гаджеты, интересные обзоры сервисов и так далее, но он и дальше останется честным. Для меня это принципиально, и то дело, которым я занимаюсь, я большой его фанат. Я просто не могу делать плохо. Не могу себе позволить это делать плохо. И мне очень хочется продолжить это делать для вас. Спасибо вам огромное. Сейчас, я попробую. Сейчас, почти. Я прям чувствую, мне чуть-чуть не хватает. Да-да-да-да, хорош, хорош. Да, это сделал. Осталось ногу выпрямить, я заклинила левую. Это то, что мы говорили, если бы диван у тебя был бы выше, да, там, нога бы... Заяц, меньше мешало. Смотри, сам. Отлично, отлично. Еще. Сразу.